Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Максим Руд, и сегодня вместе с вами мы погрузимся с головой в игру под названием Enter the Gungeon. Игрушка очень красочная, очень хардкорная и веселая, так что она нам заскучать точно не даст. Давайте же начнем, и я вам покажу, о чем эта игра. В данной игре присутствуют 4 класса, это десантник, пилот, преступница и охотница. Первый раз, когда я зашел в эту игру, меня она затянула на часа 4 точно. И в этот момент я понял, какие мои любимые классы. Это охотница и десантник. У каждого класса есть свои особенности, свои плюсы и минусы, но сегодня именно мы поиграем за охотницу. Почему? Да потому что у нее есть вот такой вот миленький, какой вот такой вот песик. И обалденный арбалет, который убивает слабых миньончиков-патрончиков с одного выстрела, точнее с одного болта. Мы заходим в подземелье и сейчас будем творить хаос, разрушение, дебош и все, что мы любим. Цитадель свинцового властелина, зал первый. Вот так визуально выглядит данная игра, и мне очень нравится то, что мы, и точнее наш герой, может взаимодействовать с окружающими предметами на карте. Например, я могу выстрелить вот эту лампу, и она просто разобьется. Это, по-моему, клево. И еще есть различные пасхалочки, которые мы можем посмотреть, почитать, найти, изучить. Храм старого стрелка. Здесь надпись: «Убей свое прошлое, твое будущее уже проклято». Остальное стерлось. И давайте же зайдем уже наконец-таки в первую комнату, где нас будет ждать куча врагов, которые хотят меня убить. Вот против таких вот врагов мы будем сражаться. Они вооружены пистолетами, патроны вооружены пистолетами. По-моему, гениально. Просто гениально. Так, и также можем взаимодействовать с различными вот такими вот предметами, например, люстрой. Мы можем выстрелить вот сюда вот, и люстра к чертовой матери упадет, разрушив тем самым два стола. Классно, классно. И также это все действует на вот этих вот вражеских миньонов, что тоже клево. Так, умри, 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 патрончик. И ты умри. Да умри же ты. Все. Они, умирая, могут вот такую вот небольшую подлянку кинуть, могут взорваться, разорваться и свои снаряды по сторонам разметать и, может быть, зацепить нас. Но мы юркие, мы юркая охотница, которая просто так не дастся. Так, пошли вон отсюда все. Следующая комната, в следующей комнате у нас опять патрончики. Ай-яй-яй! Да блин, а каким образом меня попали-то? Ну-ка, пошли вон отсюда. Так, оп, готово. Так, получится? Бум! Получилось. Этого я и хотел. Мы можем перевернуть вот так стол, как в каких-нибудь разборках гангстерских, и защитить себя тем самым от пуль. По-моему, это тоже здорово. Взаимодействие с окружающим миром, с окружающими объектами в играх очень клево выглядит всегда. Так, следующая комната, и что нас там будет ждать? Дальше нас будет ждать вот такого-то... огромный рыцарь, их будет несколько. И это очень жестко. Это очень жестко. Вы только посмотрите, что они творят. Ну-ка, успокойтесь, рыцари. Так, один готов. Второй сейчас будет готов. Благо, тут можно прятаться за различные предметы. Это прям, я не знаю, прям успокоение на мою душу. О, обалдеть, нам дали сундук. И в сундуке у нас пушка. Печь для обжига стреляет... горшками? Обалдеть. Пушка, стреляющая горшками. Что можно еще придумать? Так, здесь у нас закрыто. Мы можем пройти вниз сейчас и пройти дальше по подземелью. Просто как эта пушка стреляет, она убивает с одного выстрела, это уже клево. Класс. А как она вот этих будет убивать? Ай-яй-яй, я забыл то, что он выстреливать тоже может. И вот так, оп, все, шикарно. Следующая комната. Эта игрушка мне чем-то напоминает The Binding of Isaac. Очень сильно она мне напоминает ее. Почему? Да потому что также ходишь из комнаты в комнату, также собираешь различные предметы, которые тебя усиливают. И это выглядит очень-очень клево. Так, здесь можно теперь открыть. Где я не был? Я не был в этой комнате, но до нее очень долго, просто очень долго шагать. Так что придется все-таки пройтись немножечко пешком.
И в отличие от Айзека, здесь есть вот такие вот телепорты, которыми я могу воспользоваться. Например, я хочу сейчас сюда телепортироваться. Я могу просто нажать Tab и телепортироваться. Без проблем. Без каких-то, не знаю, лишних движений пробраться туда, куда мне надо. И где мне ближе. Так, все, гангстерские разборки начались. Пошли вон отсюда. Ой-ой-ой. Так, в сторону. Отлично, рыцаря мы убили. Он такой вот противный гад такой. Здесь есть различные секреты, которые мы можем открыть каким-то чудом. Но пока что я не понял, как это действует. Можем воспользоваться пустышкой? Нет, к сожалению, на этой карте у нас нет каких-то скрытых... Я не знаю. Скрытых мест, секреточек. И, кстати, боссы очень клево нарисованы. Честно, юмор тут присутствует. Вы только представьте себе... Чайка с шестиствольным пулеметом. Каково это? И сейчас вы увидите самое главное. Самое эпичное. Бицушка. Бицушка, кубики пресса. Смотри, какая чайка Гатлинга. Которая нам сейчас даст просраться еще только так. Ай-яй-яй. 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 Да ёкарный бабай, да иди ты отсюда нахрен. И ненавижу эту птицу. И сейчас мы еще ненароком проиграем. Будет вообще зашибись. Мне что-то не нравится этот босс. Каким, мать его, образом? Меня вот я не знаю, сантиметр, миллиметр. Ну вы теперь ощущаете хардкорность. Хардкорность этой игры. Давайте выберем другого какого-нибудь персонажа. Я вам его сейчас тоже покажу. Скажем так, это был просто стартовый забег. Где я вам показал, что это за игра. А, также прикольный пилот. У него есть отмычка, которая может открывать замки. Если у вас, например, ключа нет, а вы хотите очень замок открыть, то с каким-то шансом и с какой-то вероятностью он может это сделать. А в противном случае он просто его к чертовой матери закроет. Ну, сломает замок, и ты не сможешь закрыть. Тут тоже преступница клевая, у нее есть коктейль Молотова, у нее есть обрез. Для начального этапа игры тоже шикарно, но сейчас мы поиграем за этого персонажа. Это у нас десантник, у него стартовая, по-моему... Так, это не туда. А стартовое повышение урона улучшает навык владения с оружием. То есть владение с оружием у нас больше и урон больше. Тем самым круче. Так, следующий смертный идет в это подземелье. Так, также цитадель свинцового властелина. Пиу-пиу-пиу. Пошли вон отсюда. Ой-ой-ой. Все, готов, голубчик. Да ёкарный бабай. Что за невезуха-то? Так, значит, пойдем вниз теперь. Давай, кто тут у нас есть? У нас за нами гоняются миленькие жлейки, которые хотят нашей смерти. Это очень умиляет и страшно одновременно. Уйдите отсюда. Уйдите отсюда. Да балдеть. Розовые слизняки. Слизнюки. Ай-яй-яй, вот один тут решил такой. А дай-ка я буду поумнее и пойду просто обрежу ему путь. Молодец, умный. Умная жлейка. Так, следующий. Гангстерские разборки с херовой тучей врагов. Я на такой не подписывался. Я на такой не подписывался. Обалдеть! Да вы что, издеваетесь, что ли? Чего вас так много-то? Так, ну ладно, будем. Тактика отсиживания. Метод Руда. Будем просто отсиживаться. Нет, пошел вон! Пошел вон! Уйди отсюда! Все, отлично. Так, стол ставим и такие. Пяу-пау-пау-пау. Гангста. Гангста разборки, блин. И такой стол ставим. Да вы обалдели! Ай! Ай! Ай-ай! Да, это жесть какая-то. Вы видите, сколько врагов? И вы хотите сказать, то, что эта игра не хардкорная, да? Так, все, они вроде умерли, да? Нет, еще один живой. Давай, умри! Класс, шикарно. И с этой комнаты что?
с этой комнаты, что приятно, мы получили очень много патронов. Так, здесь где-то была бочка с водой. По-моему, я ее уже взорвал. Да, я ее взорвал. А эта бочка нужна, чтобы пробраться вот в этот камин и открыть там рычаг, который ведет в потайное место, точнее, в потайную локацию, где можно надыбать много ништяков и также получить обалденных таких люлей. Так, гранатка, пошла вон отсюда. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Ого! Тихо! Тихо! Все-все-все, там вот и стойте. Ты оборзели. Давайте перевернем и посмотрим на физику. Класс. Обалдеть. Это что за сундук-то такой? Что это? Зеленый камень Гуона. Вероятность извлечения. Интересно. Так, это у нас пассивное умение. Вероятность извлечения после получения урона. Зеленый камень Гуона ненавидит боль и с небольшой вероятностью может излечить носителя при ранении. Похоже, он становится все отчаяннее по мере того, как риск смерти возрастает. То есть мы какое-то пассивное умение с вами приобрели. Посмотрим, насколько оно будет полезное. Но мне кажется, надеюсь, что оно будет полезное. Так, используем телепорт и вниз ходим, потому что только проход у нас вниз. Босса мы еще не нашли. Босс может генерироваться теперь уже другой. А может и тот же босс попасть. Кто знает. Да пошел ты вон отсюда! Чертова, блин, патрон. Взял мне одну сердечко, одну хпшку снес. Борзевший. Так, ты давай не буянь. Я тоже могу побуянить. Так ты умрешь сегодня, нет? Мне бы, конечно, новое оружие было бы очень шикарно. Но его пока нет. Ой-ой. Так, гранатка. Ваню тебя. Это граната-суицидник. Она просто прыгает и делает алхакбар. Так уйди ты отсюда. Все, готов. Пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу. Отлично, отлично. Эти тоже магии мне не нравятся, потому что они кастуются из заклинаний, которые очень большие по области, и они в любом момент могут задеть. Вот, кстати, это, я не знаю, алтари, что они делают, пока я тоже не знаю. Храм Гильзевула Элементаля боезапаса. Преклониться перед алтарем или же уйти? Давайте преклонимся ему. Договор с дьяволом. Тени становятся темнее. Тавтология, но да и ладно. Что это такое? Обалдеть! Это то есть мы подписали договор с дьяволом, и теперь некоторые вот такие вот монстрики у нас, мобы будут гораздо сильней? Жесть! Да ладно! Нахрен я подписывал этот договор? Лучше бы не подписывал. Хотя, наверное, какие-то плюшки дает. Это тоже, кстати, как The Bandit of Isaac, это ангел и дьявол, это демон. Сатана. Вот тут то же самое. Давай-ка вперед. Что будет нас ждать в следующей комнате, я опять не знаю. Так, книга. Давай, стреляй. Ух ты ж, ё. Оборзевшая книга. Ты не пройдешь! Да ё! Сдохни. О, ключик дали. Класс, у нас тут сундуков никаких не было. Нет, к сожалению, у нас сундуков никаких не было. Но сундук у нас будет здесь, и нам дали какую-то пушку. Маечная пушка, стирать только автоматом. Что это значит? Все, она майками стреляется? Очень и очень странная пушка. Но сейчас мы ее проверим. Тут есть такие обалденные пушки, которые прям вообще даже с рук выпускать неохота. Я не знаю, что эта пушка делает, она очень сильно отталкивает, но я сомневаюсь, что она какой-то прям жесткий урон дает. Урон, конечно, дает, но маленький. Мне этого не хватает. Мне нужно больше урона. Так, все. Остались вот эти слюзняки, которые пытаются меня съесть. Они, конечно, очень милые. Я очень рад за них, но есть мне не надо. Я еще молод, чтобы меня есть. Я еще не навоевался. Так, у нас есть магазинчик. Давайте туда зайдем. Что ты продаешь? Ты продаешь какую-то пушечку. Пушечка Феникс. Давайте возьмем. А, возрожденный в пламени. И, в принципе, нам больше тут ничего и не надо. Можно, кстати, выстрелить.
Если ты будешь продолжать в том же духе, ты еще пожалеешь. Короче, рассказываю. Этот вот молодой усатый продавец, он просто-напросто первый раз предупреждает, второй раз повышает цену, и в конце концов начинает отстреливаться и телепортирует тебя, забирая с собой все свои вещи. Так что я не знаю, его можно убить или нельзя, и тестить пока я это не хочу. Я хочу как можно дальше пройти и убить хотя бы одного босса. Так, следующая комната. И как раз у нас это уже комната с боссом. Давайте же попробуем на этот раз одолеть босса. Блин, это самый мой нелюбимый босс. Почему? Да потому что он к чертовой матери крутится и делает всем больно. Вот что он делает. Так, тихо, 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 тихо. Да ё! Все, мне кажется, я сейчас опять сдохну. Нет! Если бы у меня была бы офигенная пушка, то, скорее всего, я бы его убил. Но не тут-то было. Надеюсь, то, что в следующий раз мы сможем с этим боссом справиться. А на этом, ребят, я заканчиваю. Спасибо, ребята, то, что посмотрели. Если вам понравился ролик, и если вы хотите увидеть эту игру в дальнейшем, то ставьте свои большие пальчики вверх, чтобы я мог понять то, что вам игра действительно понравилась. С вами был Максим Руд. Удачи и до новых встреч. Увидимся в следующих сериях. Пока-пока.